Здравствуйте, в эфире информационная программа «День города». С вами Анна Герцовская. Мои коллеги, репортеры телекомпании «Город» готовы познакомить вас с новостями нашего региона. И сейчас коротко о главном. Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи. Рязанская делегация на месте событий. Прямая линия с губернатором Рязанской области. Обращения граждан уже получили отклик. Рязань в дыму. Сразу два сообщения о предполагаемых возгораниях в значимых объектах города. И в год экологии экология не становится лучше в очередной раз. Напоминаем о том, чем приходится дышать людям, которые живут в Рязани. В России стартовал 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. В нашей стране он проходит уже в четвертый раз. Рязанская область непосредственно связана с этим событием. Сейчас в Сочи, где собрались самые активные молодые люди планеты, находится делегация из нашего региона, которая принимает участие в этом фестивале. А также журналист нашей телекомпании Алена Куколева. Она и расскажет о первых днях форума. Для рязанской делегации основная программа мероприятия стартовала еще вчера за встречу с губернатором Рязанской области Николаем. Формат встречи – диалог на равных. Все желающие смогли задать свои вопросы губернатору. И стоит сказать, что все они носили серьезный характер. Вот чем интересовались молодые люди. Мы очень хотели давно встретиться с губернатором. В Рязанской области это не получилось сделать, хотя много раз обещали. И, наконец-то, вот приехали сюда, в Роза Хутор, и зададим свой вопрос. Вопрос состоит в том, чтобы помочь молодым объединениям, которые еще не зарегистрировали некоммерческую организацию, решить вопрос с юридическим адресом. Так как фактически адрес можно получить, собственно, это офис, где можно сидеть и работать, но для формальности, вот регистрации в Минюсте, важен юридический адрес, который муниципальные учреждения, какие-то казенные, не могут предоставить в силу там закона. Я буду спрашивать о мерах финансовой поддержки начинающих предпринимателей, поскольку у нас в регионе действует достаточно хорошо налаженная система обучения молодых людей, их дальнейшей поддержки, но, к сожалению, в этом году не было возможности получить какие-либо субсидии или, например, льготное кредитование для начинающих предпринимателей, а им это очень нужно и важно. Также молодые люди спросили Николая Любимова про проблемы экологии, загрязненный воздух и в целом, как вывести Рязань из списка самых грязных городов. Николай Любимов пообещал сделать результаты мониторинга окружающей среды более доступными. Другие вопросы коснулись образования, молодежного предпринимательства, детских организаций. Молодые люди рассказали о необходимости создания в городе арт-центра. По поддержке молодых специалистов в отношении предоставления субсидий или жилья, это вот то, действительно, над чем надо будет поработать в ближайшее время. Конечно, о волонтерстве, о том же самом, тоже о поддержке волонтерства говорили. Ну и по инновационному культурному центру я понял, что он действительно нужен, что он будет востребован, как-то надо здесь в этом направлении тоже двигаться. Ну и ряд других вопросов, которые действительно разбудили мысли в этом отношении у меня тоже. И вчера же состоялось торжественное открытие 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Из нашей области присутствовали на шоу 34 человека. Уже в понедельник все участники начали работу на тематических площадках. Все основные мероприятия проходят на территории главного медиа-центра. Там, кстати, представлен и стенд Рязанской области. Алена Куколева из Сочи специально для телекомпании «Город». В четверг, 12 октября, состоялась прямая линия с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым. Жители региона смогли задать интересующие их вопросы и обратить внимание главы региона на многие проблемы. На этой неделе уже началась работа по исполнению поручений губернатора данных по итогам обращений горожан в ходе прямой линии. Вопросов, которые волнуют рязанцев, оказалось огромное количество, но все их можно условно подразделить на несколько групп. Прежде всего, это состояние дорог, жилищно-коммунального хозяйства, вопросы благоустройства и качества оказания медицинских услуг. Обратиться к губернатору мог любой желающий. Вопросы начали принимать за неделю до прямой линии. Так что к моменту выхода в прямой эфир многие из них уже были изучены Николаем Любимовым. По многим из них были даны поручения, где-то мы получили ответы, где-то уже сразу стали работать над решением этих вопросов. Но, конечно, вопросов ожиданно, наверное, ожидаемо было много, 1120 вопросов. На все мы вопросы ответить, я думаю, просто не сможем, будут еще звонки в прямом эфире, но обязательно будут даны поручения по каждому из поступивших к нам обращений. Обязательно они будут, сейчас уже поручения даны, отсортированы по направлениям, для того, чтобы профильным министрам,
директором, профильным заместителем, председателем, муниципальным главам эти вопросы поступили, и чтобы работа началась. Работа по исполнению поручений губернатора Николая Любимова, данных им по итогам обращений горожан в ходе прямой линии, началась уже в понедельник. В частности, по вопросам о ремонте автомобильной дороги на улице Братиславской. В настоящее время на участке дороги от улицы Гагарина до улицы Гоголя завершаются работы по ремонту асфальтобетонного покрытия. Подрядная организация приступила к обустройству объекта элементами дорожной инфраструктуры. Исполняющий обязанности главы администрации Сергей Карабасов поручил профильным подразделениям разработать проект реконструкции этого участка с учетом устройства разделительной полосы, с тем, чтобы внести этот объект в план дорожно-ремонтной кампании на следующий год. То же касается и ремонта дороги по Панферовскому переулку. Именно ему был посвящен первый вопрос в прямом эфире на прямой линии с губернатором. Просим вашей помощи в решении вопроса о ремонте Панферовского переулка. Данный переулок для некоторых домов – единственный способ проезда. На всей протяженности данного переулка отсутствует асфальтовое покрытие. При выпадении осадков пройти и проехать к домам просто невозможно. Помогите нам, пожалуйста. Наступила осень, и проехать к нашим домам мы не можем. Да, это действительно непонятно для меня, в первую очередь, почему при ремонте участка дороги, вот именно этот 150 метров всего участок, он выпадал из поля зрения до 49-го дома – с поля зрения как проектировщиков, так и ремонтных бригад. Естественно, это неправильно абсолютно, и мы должны будем этот участок отремонтировать. Стоимость там порядка 1 000 000 рублей, но это не те деньги для того, чтобы их экономить, потому что ремонт должен быть полноценным. В этом году, конечно, к сожалению, уже исправить это невозможно, но 2018 год это будет обязательно включено. Весь этот участок будет отремонтирован обязательно. На данный момент руководителю управления благоустройства Владимиру Луканцову предстоит организовать подготовку проектно-сметной документации по этому участку с тем, чтобы отремонтировать его в будущем году. Будем надеяться, что и по другим проблемам, озвученным рязанцами, также быстро будет найдено решение. Поступившее в субботу сообщение о возгорании в крупном торговом центре стало не единственным подобным случаем за прошедшие дни. Уже в понедельник учащиеся одной из школ были эвакуированы в связи с угрозой пожара в учебном заведении. Короткое замыкание в школе в Песочне произошло из-за лопнувшей лампочки. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС. Там рассказали, что лампочка лопнула прямо в плафоне. Очевидцы отмечают, что лампа упала на пол и начала плавиться. Напомним, в понедельник, 16 октября, из школы номер 31 эвакуировали 620 человек. Сообщение о коротком замыкании в школе на Новоселов поступило в 9:55. В результате произошло задымление на втором этаже, но никто не пострадал. Однако выходного школьникам получить не удалось. Уже меньше чем через час они снова приступили к занятиям. У нас эти объекты, они относятся к высокому риску сложности. И первые пожарные подразделения на место прибыли в течение 10 минут и установили, что в одном из учебных классов произошло задымление из-за загорания лампы. Это не единственный инцидент. В субботу, 14 октября, в Рязани из-за пожара эвакуировали посетителей гипермаркета Леруа Мерлен. Сообщение о происшествии появилось в соцсети ВКонтакте. В целом, сам объект оснащен системой эвакуации и оповещения посетителей и населения, оповещен средствами пожаротушения. Вот это срабатывание автоматическое и не позволило дальнейшему распространению задымления и возможному загоранию. Эвакуировано было где-то около человек 30-50, потому как не было посетителей, это была администрация и охрана объекта. Предварительно установлено, что срабатывание сигнализации произошло из-за короткого замыкания в электропроводке. Ежедневно сотни жителей нашего города используют общественный транспорт как единственное средство передвижения. К тому же сейчас в Рязани его загруженность составляет всего лишь 30%. Однако проехать с комфортом удается не всегда. Вопросом нарушения работы общественного транспорта занялись сотрудники госавтоинспекции. О результатах проверки расскажет Валерий Седов. Профилактические мероприятия, которые проводят сотрудники госавтоинспекции, приносят свои плоды. В целях снижения аварийности на пассажирском транспорте на территории города Рязань и в области проводятся оперативно-профилактические мероприятия под названием «Автобус». Основной целью этого является предупреждение и пресечение нарушений правил дорожного движения. Проверяется техническое состояние транспортных средств. Инспекторами дорожно-патрульной службы в первую очередь проверяется наличие у водителя водительского удостоверения, свидетельства о регистрации, страховой полис, диагностический карты и
путевая документация. Также проводится визуальный осмотр на предмет работы световых приборов. Проверялось наличие аптечки и огнетушителя. Если же выявляется, что у транспортного средства, у автобуса неисправно рулевое управление или тормозная система, то данное пассажирское средство задержится на специализированную стоянку. 12 октября сотрудниками госавтоинспекции проверено 164 автобуса. Было выявлено 41 нарушение правил дорожного движения у транспорта, который ежедневно перевозит сотни людей. Госавтоинспекция региона рекомендует водителям автотранспорта, осуществляющим перевозку пассажиров, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и напоминает, что их нарушение может привести к трагедии. Валерий Седов, Игорь Глотов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Выходные. Особо горячая пора для сотрудников госавтоинспекции. По традиции, без дорожно-транспортных происшествий не обошлись и минувшие субботы и воскресенья. 14 октября 23-летний житель Рязани за рулем «Жигулей» 15-й модели не справился с управлением и столкнулся со стоящими во встречном направлении автомобилями. На проезжей части находились «Газель» и «Митсубиши». В результате дорожно-транспортного происшествия травму получил 2-летний пассажир «Жигулей» 15-й модели. Ребенка доставили в больницу. В момент столкновения он находился в детском удерживающем устройстве. На настоящий момент все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются. В то же 14 октября в Шиловском районе грузовик «МАН» с полуприцепом, по предварительной информации, наехал на пешехода, а после не справился с управлением, перевернулся и вылетел в кювет. Водитель и пешеход от полученных травм скончались на месте ДТП. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Все обстоятельства выясняются. Марина Комиссарова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Слухи о том, что в городской роще появился некий мужчина, нападавший на одиноких девушек по ночам, который угрожал покалечить ножом и убить, принуждал к половому акту, появилось 1,5 года назад. Между тем, преступника удалось задержать, и к настоящему моменту его вина уже доказана в суде. 1 октября 2015 года было зафиксировано первое нападение на девушку в городской роще. Через неделю еще одно. Третье произошло в январе 2016 года 21 числа. Следователи вместе с потерпевшей выехали на место происшествия. Девушка обратила внимание, что преступник перед тем, как войти за ней в подъезд, выбросил окурок. Среди окурков нашли тот самый, на котором обнаружили слюну подозреваемого. Поскольку данный подозреваемый ранее был осужден, генотип имелся в базе. Вот. Таким образом, лицо было установлено. В октябре этого года дело получило логическое завершение. В настоящее время железнодорожный районный суд города Рязани вынес приговор, согласно которому преступнику вынесли наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Сероводород, фенол, формальдегид – это список только некоторых веществ, которыми дышат рязанцы. Выявляют вредоносные частицы в специальной лаборатории. О том, чем еще мы дышим и какой район города самый грязный, расскажет Валерий Седов. Мы находимся в центре города на улице Горького. Здесь стоит один из центральных постов наблюдения за загрязнением воздуха. Именно здесь и осуществляется забор воздуха. Это одна из 4 станций, расположенных в нашем городе. 3 другие – в Сысоево и микрорайонах Строитель и Приокский. Внутри станции располагается аппарат под названием «Проба-24». В нем так называемые кассеты, в которые наблюдатель помещает несколько сорбционных трубок. Это пробирки, заполненные специальным веществом – сорбентом. Он индивидуально для каждого вредного соединения. Когда все пробирки на месте, начинается забор воздуха. На каждый забор воздуха одна кассета, всего их 4. Наблюдатель производит такую операцию 4 раза в день – утром, днем, вечером и ночью. Также на станции определяется и количество пыли в окружающем воздухе. В пылесос устанавливается воздушный фильтр, вес которого записывается до и после процедуры. Больше всего ее летом, в палящую жару. Сейчас ее уровень минимален. Все сорбционные трубки и воздушные фильтры попадают в лабораторию. Здесь аэрохимики заполняют их водой и прокачивают. Следом добавление специальных растворов и самая главная процедура. На данный момент измеряю оптическую плотность формальдегида. Вот у нас это Приокский, мы сейчас в данный момент определяю. Но здесь вот ПДК будут наблюдаться. ПДК – это уровень предельно допустимой концентрации вредных веществ, содержащихся в воздухе. Ее разработало Министерство здравоохранения.
Вот это вот у нас вещество диоксид серы. Но диоксид серы у нас превышение ПДК не бывает. В основном это ниже ПДК значения. Отбирается по всему городу на 4 постах. Каждое вредное вещество своего цвета. Желтый – это формальдегид, розовый – диоксид серы. Все полученные данные систематизируют. По многолетним наблюдениям у нас, конечно, более всего страдает поселок Строитель. А есть у нас в городе, может быть, в одной из этих 4 точек какой-нибудь очень чистый вариант? Превышение регистрируется на всех постах. Почти каждое вещество превышает нормы ПДК в несколько раз. Формальдегида в воздухе почти в 6 раз больше положенного допустимого значения. Фенола в 5 раз. Ежедневно мы вдыхаем сероводорода в 2 раза больше нормы. Остается надеяться, что в год экологии руководство города и предприятий обратит внимание на такую важную проблему, как загрязненность воздуха. Валерий Седов, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». Передвижение по рязанским дорогам может принести вам удачу. Сеть автозаправок Shell запустила акцию. Для того, чтобы принять в ней участие, нужно вовремя сделать фотоснимок бензовоза Shell, который уже курсирует по улицам Рязани. Участников акции ожидают подарки. Автозаправочные станции Shell – это целый комплекс услуг, который позволяет водителям чувствовать себя уверенно на дороге. Вас ждут приветливый, отзывчивый персонал, уютное кафе, а также широкий выбор товаров, в том числе фирменных, произведенных под маркой Shell. Но главное – это высокое качество топлива. Особой гордостью концерна является Shell V-Power – топливо с улучшенными характеристиками, рожденное на гоночных треках Формулы-1. Сегодня фирменные бензовозы можно встретить и на рязанских дорогах, ведь под брендом Shell в городе открыты уже 5 АЗС. Бензовозы Shell – одни из самых безопасных в Европе. Они оснащены современной системой безопасности, видеокамерами и GPS-маячками для слежения за дорожной ситуацией и контроля безаварийного вождения, а также алкотестерами для контроля состояния водителя. Найдите фирменный бензовоз Shell на улицах Рязани, сфотографируйте и выложите в социальные сети с хэштегом «Поймай бензовоз». На автозаправках Shell, участвующих в акции, вы сможете получить за публикацию приятный подарок. Акция стартовала 15 октября и продлится до 31 октября. Подробнее ознакомиться с правилами вы можете на АЗС Shell или официальном сайте компании shell.com.ru. Это все новости на данный момент. Следите за событиями на нашем официальном сайте. До встречи! Это случилось! Обвал ипотечных ставок. Квартиры за 5,6% годовых. Только в компании «Зеленый сад». Совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Жилой комплекс «Рассвет» в Дядьково – это пилотный проект фонда «Центр поддержки предпринимательства Рязанского муниципального района», реализованный в кратчайшие сроки при поддержке Министерства строительства Рязанской области. Он открывает новый формат продаж на первичном рынке недвижимости Рязани – приобретение готового жилья, сводя риски покупателей к нулю. Сбалансированные планировки одно- и двухкомнатных квартир, качество и экологичность стройматериалов, высокий уровень строительных и отделочных работ являются неоспоримым конкурентным преимуществом данного проекта. Хорошая транспортная доступность и развитая инфраструктура в сочетании с тишиной и экологичностью загородной жизни. Работают льготные ипотечные программы ведущих банков. Беспроцентная рассрочка платежа за счет имеющегося жилья. До конца октября действует акция «Скидка 3000 рублей с квадратного метра на квартиры на 5-м этаже». Жилой комплекс «Рассвет» в Дядьково ждет своих новоселов. Приезжайте, выбирайте, покупайте, живите, радуйтесь. Телефон отдела продаж застройщика 997722. Global Service. Деньги под залог и скупка золота, техники, инструмента, велосипедов. Помогаем деньгами быстро и без лишних вопросов. Global Service. 55 90 50.